Всем привет! Меня зовут Уктам Вайзиза, я учусь в Ургенском государственном университете в направлении туризма 4 курса. Сегодня я хочу вам рассказать, что такое IELTS и как я получила свой первый IELTS, свою семерку по IELTS. Так как я сказала, что я учусь в направлении туризма, я хочу продолжить свою магистратуру в Европе или где-то за рубежом. Для этого мне нужен был IELTS. И давайте у нас появляется один вопрос. Зачем нам нужен IELTS? Что такое IELTS? IELTS — это такая система, где ваши навыки по разговорной речи, по тому, как вы слышите английский или как вы пишете английский, вас тестируют и вам дают оценку за вашу способность говорить, понимать или писать на английском. IELTS открывает очень огромные возможности и для студентов, и для рабочих. Для студентов, например, они могут учиться за рубежом с помощью IELTS, а для рабочих людей, например, если вы работаете в каком-то государственном учреждении, вы можете получать дополнительные деньги за то, что вы можете говорить на английском и за то, что у вас есть IELTS. Поэтому я начала свою подготовку к IELTS где-то в сентябре прошлого года, и в течение 4 или 5 месяцев я получила свою семерку. И после того, как я получила свою семерку, мне сказали, что я могу вернуть свои деньги, которые я заплатила для этого сертификата. И с помощью агентства молодежи я вернула свои 1 миллион 900 тысяч сумм. И я очень благодарна нашему государству, что наше государство так поддерживает молодежь, чтобы они развивались и чтобы они владели языком. Сейчас я хочу сказать всей молодежи нашего государства: учитесь, готовьтесь, развивайтесь, работайте над собой. Вы тоже можете получить IELTS 7 и даже выше, 8, может быть даже 9. И с помощью этого сертификата вы можете дальше покорять мир.